Фабрика Скиф. Наша территория. Главные ворота. Стоянка автомобилей работников. Пост охраны. Это офис. Выставочный зал первый. Второй выставочный зал. Кабинет главного инженера, он на территории. Здесь служба КИПа. Выход во двор фабрики, территория наша. Поднимаемся на второй этаж. Это у нас кабинет заместителя директора. Это плановый отдел. Коммерческий отдел. Бухгалтерия, кабинет директора. Кабинет главного бухгалтера. Пройдем по территории, посмотрим нашу цеха. Это наша котельня. Цех номер один, цех номер два. Мастерская. Заходим во второй цех. Второй цех. Здесь у нас происходит обработка деталей.
происходит передача деталей на цех упаковки. Сверловка деталей. Станок кормления деталей. Первый цех. Здесь происходит порезка ДСП на детали. Линия производства софта. Порезочный станок. Лист ДСП разрезает на заданные детали.
станциях, где происходит упаковка изделий и хранение деталей. Детали на стеллажах. Прием деталей из второго цеха. Четвертый цех. Склад фурнитуры. Четвертый цех. Да, уже мы в четвертом, сейчас будет картонька. Направляемся в пятый цех, где происходит отгрузка готовых изделий.
на видео очень прикольно. Сейчас происходит погрузка автомобиля на доставку клиентам продукции. Цех номер 6 используется как склад. Подъезд к цехам с обратной стороны.